Предпочтение одного или одной перед всеми. Другими, я только спрашиваю, на сколько времени? На сколько времени? Надолго, на всю жизнь иногда. Справедливо. Да ведь это только в романах да в романсах. В жизни никогда. В жизни это предпочтение одного перед всеми на года, что очень редко, чаще на месяц, а то на неделю. Ой, ну что вы? Послушайте. Да, я знаю, знаю. Вы говорите про то, что считаете существующим, а про то, что есть. Всякий мужчина испытывает то, что называете любовью к каждой красивой женщине. Это ужасно, что вы говорите. Но я думаю, есть между людьми то чувство, которое называется любовью, и которое дается не на месяцы и годы, а на всю жизнь. Нет.